Здравствуйте, друзья. Вел я урок сегодня вечером, сегодня понедельник, Мартин Лютер Кинг Дэй. Но вот так вроде выходной, не выходной, но у нас школа не работала, а я пришел урок вести, вот сейчас обратно еду. И позвонила Светлана Каф, иммиграционный адвокат. У нас много видео с участием Светланы на канале, я так, для тех, кто не, ну, новенький, может быть, там, не видел еще. Так вот, и Светлана предложила, давай, говорит, сделаем другого плана запись. Потому что так обычно, говорит, вот ты собираешь вопросы с народа, и меня потом, значит, там спрашиваешь от лица, так сказать, участников. А давай, говорит, просто соберем людей, которые заинтересованы, и пусть бы они задавали вопросы. И мы тогда все это запишем на видео, но в живом общении. Вот не то, что человек в камеру там говорит, а так вот в живом общении. И тут я вспомнил про Перископ и про то, что, в общем-то, чего же, значит, самый формат, да, значит, люди могут задавать вопросы, и Светлана будет отвечать, и у нее есть помощник, который с ней подойдет, значит, он будет там эти вопросы подчитывать, записывать, там ей передавать, если она сама не заметит. Поэтому мы подумали, что так мы и сделаем, и назначили время, и назначили место. Значит, мы соберемся у нас в офисе 7-го, в офисе Портнов Computer School, мы соберемся 7 февраля, и начнется это все в 10 часов 30 минут. Ну, плюс-минус там, сами знаете, как бывает, но вот где-то расчетное время, значит, 10 часов 30 минут утра. Мы будем делать прямую трансляцию, значит, в Перископе, запишем все это на видео и в самом Перископе запишем, посмотрим, может быть, смонтируем потом, как пойдет. Тоже много времени тратить на монтаж не хочется, поглядим. Но почему я вам это рассказываю? Потому что, во-первых, те, кто местные географически, да, значит, могут прийти и поспрашивать. Я как бы на самом деле приглашаю народ, потому что если получится, что местных нету, то как бы даже это неправильно. Значит, мы хотим, чтобы был народ в аудитории, мы хотим, чтобы был народ в онлайне, там в Перископе. И я бы даже сказал, что там для тех, кто местный, там какие-нибудь донатсы там с кофейком, значит, будут. И вот, собственно, и все. Значит, для тех, кто не сможет участвовать в Перископе и не сможет прийти живьем, соответственно, значит, пишите вопросы, если они у вас есть, под этим видео. А я уже, соответственно, как бы по традиции, значит, за вас все эти вопросы там соберу, обобщу и Светлане отдам в напечатанном виде, чтобы ей было о чем в Перископ там поговорить. Вот. Ну, я и тоже, может быть, ребята, которые будут в аудитории, их вопросы пересекутся с этими. Мы посмотрим. Но, во всяком случае, как бы вот такой живой формат, я думаю, это неплохо. Мне это больше нравится, чем если бы я сам в Перископе что-нибудь рассказывал, потому что, как вам сказать, вроде мы и так общаемся много, а все-таки Светлана редкий гость, и те вопросы, на которые она может ответить, я на них в принципе ответить не могу. Могу только сказать, вот идите, посмотрите, у нас там есть плейлист, понимаете? Поэтому такое вот мероприятие. Значит, еще раз, это будет в феврале, 7 числа. Это выходной день у нас, воскресенье это у нас. Значит, 7 февраля, воскресенье. У вас, соответственно, это будет вечер воскресенья, да, то есть если это 11 часов с нами разница, то у вас будет 9:30 вечера по Москве, там может быть на час-два раньше где-нибудь там, не знаю, в Киеве, по-моему, там 2 часа разница, я не уверен, я не отслеживаю. В общем, такого плана, то есть это будет воскресенье вечером в, как бы, в России и Украине, там вот, где большинство из вас живет. Как записаться? Ну, еще раз, вопросы вы пишите в комментариях. Те, кто хочет подойти живьем, пишите мне в личку, вот, например, на YouTube.
пишите в личку, и может быть там телефончик, чтобы вам можно было позвонить, там имейл, потому что мы хотели бы знать, сколько народу будет, чтобы прикупить вот тех самых донатсов. Так что вот такая история. Значит, там есть бонус для тех, кто придет, будет бонус, но это как бы секретный. Так что помимо ответа на вопросы будет еще некий секретный бонус. Счастливо!